2 ноября – это единственный вечер в году, когда драматический театр приоткроет завесу тайны закулисья. Мы постараемся показать составные маленькие кусочки пазлов, из которых потом рождается настоящий большой спектакль. И дадим почувствовать себя не только актерами наших вот всех зрителей, участников этой ночи, кто придет, но частично бутафорами, гримерами, ну еще всякие там разные секреты театра попробовать прямо вот на себе. В этом интересном интерактивном действии примут участие лишь 70 димитровградцев, которые успели купить билеты. Вот именно потому, что нужно каждому уделить внимание, каждому отдать руки, тепло своего сердца, свое мастерство. И, в общем-то, на все 230 человек, наверное, как бы это распыляться, может быть, не стоит. Мы решили все-таки первый раз сделать это вот на небольшой группе, чтобы все-таки люди ушли удовлетворенными, счастливыми. «Ночь искусств» в драматическом театре пройдет в рамках проекта «Открытый театр». Задействованы будут фойе, зрительный зал и сцена. В завершении будет спектакль, где зрители станут участниками постановки. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.